Баба-Яга – положительный персонаж. Все знают, что злобная колдунья с костяной ногой живет в беспокойном доме на опушке леса. На самом деле все не так просто. Пока вы подписываетесь на канал и забираете в описании ссылку на Литрес, мы расскажем, почему. Жуткий образ Бабы-Яги закрепился после принятия христианства. Принадлежащая к языческому пантеону, лесная волшебница оказалась вне закона, как и другие старые боги. Какой же она была? Безусловно, Яга – отшельница. Ее дом – портал между миром живых и миром мертвых, а костяная нога указывает на способность переходить эту грань. Но на этом ужасы заканчиваются. Мудрая ведунья знала, какими травами лечить болезни и помогала страждущим. Только ей был известен рецепт особого целебного теста, в которое заворачивали младенца, чтобы погрузить в теплую печь и спасти от хвори. Привет сказочникам, которые заставили милую старушку печь детей заживо. Да и в сказках Яга только грозится напакостить, а по факту кормит проезжих богатырей, топит для них баньку и дарит волшебные артефакты, без которых подвиг не состоялся бы. Вот почему...